Всем, всем здравствуйте. Все, забрали вот эту королевишну, он хвостом машет, из клиники. Да, сутки она у нас там почти была. Операцию сделали. Также прочистили слезные протоки. И вот у нее вот в правом глазу нет слезного протока. То есть это... Вот сказали просто протирать, ничего страшного. Ну а так операция все прошла хорошо, успешно. Вот ей попону такую красивую розовую надели. Прям лялюшка-лялюшка настоящая. И вы представляете, она на всех пока лежала в этом стационаре, рычала на всех и даже пыталась кусики делать. Это вот это наша самая добрая ляля. Говорит, я всем кусики, ты там как королева, что ли, такая грозная была, да? Лялюшенька. Девчонка все сейчас хвостом машет, виляет. Ну, самочувствие хорошее. Через 2 недели нужно будет приехать на снятие швов. Эй, хвост как помело маленькое, помело. Все, едем домой. А, взвешивали ее, 5400 она весила вчера у нас. Кусить не кусала, водичку только пила. От еды у них отказывалась, устроила забастовку. Да? Голодовашка маленькая. Сейчас домой приедет, уже наестся. Сейчас посмотрим, как ее все остальные будут встречать. Отик, чуть и не упали мы, да? Но я ж тебя держу, красавица наша. Все, лялюшка, ты дома. Она себя так неуверенно чувствует в этой попоне шикарной. Да? Как ты скажи, что-то не то. Вот и да ты даже на задние лапки встаешь. Пойдем, сейчас все с тобой будут здоровкаться. Здоровкаться будут. Вот как мы идем. Идем такая. Да, как по лесенкам сможешь? Не сможешь? А давай сейчас я всех выпущу. Вот ты да колесенькая. Вот домой. Домой, говорит, я дома. Ну-ка, товарищ Зайца, давай заходи. Оп. Вот ее все обнюхивают, все встречают. Да? Ой, колесико наше. Наша колесико такая, колесенька. Да, красавица наша. Все удивлены. Пахнет лекарствами, больницей, да? Все, лялюшка, ты дома, миленькая. Все, сейчас тебя все нацелуют, намилуют. Вон феечка сразу. Бантики фея будет тебе развязывать постоянно. Да, фейки? Все, приехали домой, можно расслабиться, да, лялюшенька наша? Все, красотка, все, ты дома.